Аша, я тебя прям сработал! Мяу, ребята, с вами я, Чинчил, и вы на канале Китика. Да, я записываю видеоролик за Китика, и в этом видеоролике я буду вызывать Cartoon Cat по обрядам своих подписчиков. В своем телеграм-канале я попросил подписчиков скинуть обряды, и там довольно было много обрядов, но и сегодня я проверю только несколько. Спойлер, кое-что у меня сегодня получилось. Подписывайся и ставь лайк, если хочешь, чтобы Китик вернулся. И вот первый обряд. Тут нужно найти логово Хагивай, я так понял, на карте Чалохаус Зет. И потом написать на табличке Cartoon Cat. Потом сохранить карту и зайти. Там будет в логове Cartoon Cat. Ну что ж, погнали проверять! Итак, я на карте Чалохаус Зет. И что ж, давайте возьмем порталы на телепортацию. Прыгаем. И так, садимся в такую ракетку и просто летим к логову Хагивай. Типа переход. Что ж, вот я прилетел, и давайте поставим табличку, такс, вот она, и тут пишем Cartoon Cat. Все, я написал Cartoon Cat, и что ж, куда ставить надо табличку, в логово Хагивай или здесь? А, там не указано было, поэтому давайте вот здесь ее оставим, и давайте сохраним игру, назовем тоже Cartoon Cat. Загружаем игру, Cartoon Cat 44, да, и дальше опять летим к логову Хагивай. Что ж, я опять у логова Хагивай, и давайте спустимся в его логово и возьмем сразу же снайперскую винтовку, если что, чтобы его убить. И я слышу звуки Хагивай. И так, Cartoon Cat нету нигде. Эй, уходи! Стой, не надо меня убивать. Да сколько тебе урона надо нанести, алло? Ладно, никакого Cartoon Cat не было, и, кажись, обряд фейковый. Погнали к следующему. Что ж, давайте проверять следующий обряд, и вот он. Чтобы призвать, нам нужно заспавнить кота. Дальше убить его рукой, ну то есть лапами нашими куриными. После этого ждать минуту и ничего не делать, даже нельзя тыкать на экран. Но потом он должен просто появиться перед экраном, и что ж, погнали проверять этот обряд. И что ж, я даже не знаю, на какую карту мне зайти, и давайте зайдем что ли на... Мисти Таун, ну, потому что страшная карта, и тут вроде есть картинка Cartoon Cat, и давайте здесь попробуем вызвать его. Так, вот такой кот у меня есть, и что ж, давайте его убьем. Давай, умирай, умирай, дружок, давай, быстрее, быстрее. Все, он умер, и я просто-напросто не трогаю экран. Сейчас я щелкну пальцем, и пройдет минута, чтобы вы долго не ждали. И что ж, прошла ровно минута, я не трогал экран, и давайте смотреть. И такс. Никакого Cartoon Cat нет! Бро, посмотри же мне на это видео, пока оно не пропало. А еще ставь лайк и подписывайся на канал Китика, ведь он хочет побыстрее добить себе 100 тысяч, и он вернется на YouTube обязательно. Ну, с вами был я, Чикичел. Всем удачи и всем пока!